Всем доброе утро! Я уже с вами сегодня здоровалась в 6 утра, а сейчас уже у нас 7 часов. Солнце уже вот высоко. Олежка приехал за мной со Светланкой. Где машина стоит? Все, выхожу. Едем в Кане! Еще раз создам вам праздничное настроение. Цикламенчики. Все, пока. Все, еду. Руки заняты. Еще держу салфетку. Сейчас в машине сидят Светланка и Юлечка. Олежка еще дома за сумкой пошел. Едем. Ура! Солнышко светит, ясное. Здравствуй, страна прекрасная. А вот и машина. А, и Леся едет на работу. Или с нами. Куда это она? Так. Сейчас надо загрузить все. Машину, привет. Приветики. Кто там сидит? Сейчас, подожди. Что ты делаешь? Мультики смотришь? Ясненько. А вот теперь привет. Здравствуйте. Леся. Привет. Добрым утром. Привет. Юли. Привет. Приветики. А зрителям приветики помаши. Приветики, зрители. А, ей некогда махать, потому что руки заняты. Да. Лося, ты с нами едешь? С вами. Канев? Конечно, с вами. Гуляем. Тоже без меня. Конечно. Юлик, ты что, дома не наиграешься этим телефоном? Ой, беда всех детей сейчас такое. Не наиграюсь, конечно. Это они злые, между прочим, дети становятся, если не дай бог им не дашь телефон или еще что-нибудь, да? А мама, хотя бы оставь, Юлю оставь тогда нам. Мы же в пятницу будем ехать. Я говорю, мам, ну давай, мы лучше заберем, а уже в следующий раз Юлю тебе привезем. А мама говорит, а вчера уже вечером за него, мама говорит, мы отпросились в 12. Будем дома. Ага. Юлик, посмотри, тебе подаруночек. Ух ты. Ага. Подаруночек. Спасибо. А ты выключи свой этот телефончик. Может, этим отвлечешься хотя бы. И посмотри. Еще. Мы ходили недавно, купили Еве и тебе. Что там? Я как раз люблю цветы. Нет, такой как свет, коробочка ей давай сделай. Сейчас сама. Скоро праздник, 8 марта. И уже у нас должен быть праздник. С 1 числа начинают. Знаешь, как за границей Рождество начинают праздновать за 2 недели или там за сколько. Так мы 8 марта с 1 числа начинаем. Это, наверное, так собрать и склеить, да? Ага, Светланка, покажи сюда. Да. Так вот. У нас же клея нет. Ага. Не, клеить не надо. Это коробочка же, она открывается, закрывается, да. Раз это и все. Это типа боксик такой, хоп. У тебя полный круг, как видите, хоп. И Олег, зрителям привет. Сосредоточенный. Опаздывает сейчас, чтобы в пробки не попасть. Юля, вот еще один подарочек, смотри. Смотри. Лисичка, это что, брошка? Это брошка такая, да. Лисичка. Ты слишком еще маленькая для брошки. Чего? Нет, почему? Ты одеваешь на свою кофточку. Я как раз немного лисичек хотела себе брошку. Да? Мам,
может, туда еще цепочку приделаем с каким-нибудь жемчугом или еще с чем-нибудь. Цепочку. Что сделаешь? Ну да, надо посмотреть. Цепочки же всегда такой же самый тоже. Угу. Наверное, здесь погуляем и назад вернемся. Подышим воздухом. Пирогово сходим. Кстати, давно Пирогово не были. Потому что снег, наверное, был. Пирогово, наверное, же убирают. Как раз привет, зритель. Ага. Привет, зритель. Проснулась ты. Привет, зрители. Я теперь можно и поздороваться. Все, Лайсю на работу привезли. Ага, столько машин. Да что, все ваши клиенты? Все больные. Все больные. Страшно болеют. Так. Пока. Ну все. Всем пока. Пока. Хорошей дороги. Давай счастливо поработать. Да. Все, едем дальше, да? Юль, что, тебе холодно? Мне уже и жарко, надо раздеваться. Ой, да хорошо, я как раз, да, Юлек? Да, в тенечек. Тенечек. Так, будем останавливаться на заправке, завтракать. Что я специально не позавтракала. А я позавтракала. Ты позавтракала? А что, молодец. Что ты там завтракала? Да, это йогурт. А, понятно. Мама взяла йогурт с собой. Юля зранку никуда не снидает. Треба растормошиться, чтобы снидать. Заезжаем на заправку. Заправиться сами. Ты же заправляться не будешь? Олежка, ты уже заправился? Угу. Значит, сейчас сами только заправимся. О, как раз возле входа. Что, перекусим? Да, сейчас перекусим. Наконец-то свобода ждет, да. Ну, давайте, одевайте свои... маски и пошли. Так, заходим. О, сколько вкусняшек. Пошли, выбираем. В туалет идете? Колу взяли. Так, сейчас мне сделаем капуч. Протикала он туда. Угу. А тут написано капучино XXL. Здесь выбрала, потом чек пикает. Как это называется? Капучино 2XL. Да, да, ничего не сироп. А трубочку? 2XL. Какой человек? Размер 2XL. И кофе надо брать 2XL. Так что надо полнеть, чтобы получить большой стакан. Смотрите, какие начали делать трубочки. Бумажные. Надо попробовать, может, они съедобные. Раньше пластиковые были. Ты в кофе намочи, и они... Сейчас попробую. Олежка говорит, что надо попробовать. Олежка, лови! А, ты смеялся надо мной? Теперь съедобные можешь кушать. Съедобные, да? Ага, конечно. Смотрите, какие здесь люстрочки. Так, сейчас попробуем. Я лучше буду с трубочкой пить. Из трубочки. Да? О. Сейчас посмотрим. Да? Не, не размокает, Олежка, смотри. Невкусно. Сироп есть ореховый, ореховый карамель, ванильный и третий, какой сироп? Вишневый. Я возьму себе ванильный. Можно сколько хочешь себе сиропа наливать.
Понятно, что сильно сладкое не хочется. Сколько они сказали, минут 15, вот так. Да? Юля, что у тебя с руками? Ничего. Просто я себе разрисовала. А, понятно. Ждем бургеры. У меня там есть фломастеры, куча фломастеров. А, так надо все испробовать на себе, да? Нет, я уже порисовала. Еще не видела ее ног. Ты перестала красить стены, зато перешла на руки и ноги, да? Вчера я ей наругала, она мне говорит: мама, ты не возмущайся, а то сейчас стену тебе разрисую. Угрожает уже, да? Что я уже ручкой даже по ногам рисую. Это у меня нога самая разрисованная, эта нога. Да ты что? Да. А что это за мода такая, что ли? Я просто себе рисую. Мне так нравится. Я... Да, мне кажется, что это некрасиво. А мама дозволяет самоливать? Ты разрешаешь? Юлик, а мама дозволяет самоливать на стиле своей? Здесь будем кушать или как? Да, и машину, наверное, будем кушать. Машину? Вообще трогать. Ну, сейчас помогу. Хотя? Ага, о, бургеры. Что мы там нет? Ага. Давай будем кушать, посмотрим. А, бургеры и картошка, да? Это выбросили? Здесь хочет, видишь? Да давай машине пойму. Будем да ехать. Я там машина, мы там все замутим. Мы крыть, будем и мурзать. Здесь вон перчаточки есть. Да. Свет, мы сейчас остановимся где-то. Да нет, пока горячо. Сейчас с лайкуркой сейчас встанем. Ну давай. А куда? Юля, ну-ка, вкусненько? Юль. Вкусненько. Да. Вкусно? Аж пальчики облизываю. Это вы уже знаете. Это вы уже знаете. Да, это вы уже знаете. Она сказала, будет дешевле, если с картошкой фри, да? Угу. Картошка фри есть? Да, потому что еще добавляется кока-кола туда, да? Нет, а я кока-колы не буду, поэтому мне кофе лучше нормально. Лучше завтракать дома. Ну но да. Поскольку мы не успели. Да, придется. Здесь будешь останавливаться? Я же тебе говорю, здесь уже негде встать нам. Сегодня, кстати, только что по радио сказали, что сегодня Всемирный день дикой природы. Охрана, наверное, дикой природы. Почему? День дикой природы сказали, да? И сегодня день писателей. Так что поздравляю всех писателей. Да. С праздником. По радио сказали. Вот хорошо, когда есть радио, хоть узнаешь, какие праздники есть в стране. Так, наверное, надо мне снять сначала курточку. Наш водитель должен обязательно заправиться. Я быстро без поем. Этого не поедем. А остальные уже как дойдят, не дойдут, могут ехать. Есть на ходу. Да, ну все, я тогда курточки сейчас снимаю, потому что жарко. Жилетку, куртку. Я думала, что сегодня будет холодно, а на самом деле, оказывается, сегодня, хочу вам снег. Сегодня ноль. А четверг, по-моему, сказали, это завтра, 11 тепла будет. Сегодня, говорит, самый лучший день, потому что гамбургер вкусный, да? А, еще и кока-колу она будет пробовать. Не разрешаете вы ей, да? Ага, да, ясно. Да, о, найдя. Ага. Кстати, я еще раз хочу показать вам. Сейчас. Трубочку. Эко-трубочку. Переходим все на эко. Только что на заправке показывали, что это сертифицированные трубочки. Там телевизор стоял, и в телевизоре на экране показывали, что это сертифицированное. А где-то я вчера тоже
вчера тоже из картонных трубочек. А это когда мы с Настей, наверное, ходили, тоже трубочки были уже картонные. Все, приятного нам аппетита. И вам тоже, зрители мои. Едем в Каню дальше. Заправимся и поедем. Даже не могут говорить, рот закрыт. Занят. Спешим. Самый немняшный день. Нет, а пора приступить сейчас там. Пора приступить картошечки. Да, конечно. Что мало, как мало надо для счастья, да, Юль? Картошечку и пепси-колу. Или колу. Кола у нас. Угу. От кока-колы, от ситро, и от колючки плачу всегда. Ага. Полнеешь? Да, плачу. А, плачешь. Почему? Ну, потому что водичка. Когда бьешь колу, да? Может, ее тогда не надо пить? Она и так вредная. Ну, не знаю. Не знаю. Ты же говоришь, что сегодня у тебя самый немняшный день. Ну, да. Все, едем. Олег уже готов. Ой, у меня сейчас кофе. Ну я представляю. А кола, да, как ей хочется, да? Иногда. А нельзя. Nada más que solo palabras, y si no las cumples se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres. Базар еще. Там люди стоят. Сегодня среда, что-то мало зерна продают. Уже, да, достраивают супермаркет. Ага, что-то большое. Какой-то большой супермаркет.
Проделав 150 километров, мы приехали в Канев. А сейчас я стою возле налоговой инспекции. Светланке нужно по делам налоговую инспекцию, и мне тоже. Я, кстати, плачу налоги 7%. Вот видео, что я снимаю, это все облагается налогом, 7% плачу. Плюс бухгалтер, плюс еще пенсионный и, ну, налоговая, понятно. Приехали, и сегодня у нас очень мало времени. У нас всего лишь день, даже после обеда, вот сейчас 10 часов мы приехали, а сделаем дела, потом поедем, Галя с Васей заедем, и уже после обеда поедем домой. Очень мало, мы с вами побудем, ну, главное, что побудем. Все, добро пожаловать в Канев. Ого, приехали в настоящую зиму. У нас уже почти снег растаял, а тут... Ага. Юля, приехали! Деденчик. Ну все. Уже есть? Ой, остальное занесем, наверное. Привет! Что, выйти не можешь, да? Иди сюда, Юля. Привет, привет! Привет, привет, привет! Так, пошли быстрее до бабули! Какой ты хороший, несешь! Не знаю, не знаю, куда бежать! У меня руки заняты! Пурюся! Он что-то хромает, Пурюся! Ага, смотри! Пурка! О-о-о-о-о! Юль, давай, 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 заходим, Юля. О. Юль, давай, да, бабули. Пошли, заходи. Мама, кажется, вы на самом деле. Бабуся! Ой, ох ты, какие у тебя размалевки. Привет, бабуся, привет. Привет, заходи. Я тебе есть подарок. Вася, привет! Привет! Только чуть тише, у Васи идет онлайн-конференция. А, пойду, я думаю, что он не выходит. Ясно. Иду, все, ушел. Да. Еще и это переживать. Прочуй, прочуй. Все. Скучили, скучили. Олеша, привет. Ой, молодцы какие. Ух ты, колбаса у них. Самодельно. Это то, что в прошлый раз вы делали? Какой-то вы еще? Это все сделали. А, недавно еще сделали, еще, да? Еще сделали. А это что это? Прошлый Буженина? Раз, в прошлый раз я могу показать тебе. Я в холодильнике заложила, это я вам же завершила все. Угу. Куда только положила. Я... А это потом... смотри, какое мясо. Угу. Запекла. Либо потом. Ладно. Вытащу. Да. Главное, видео снимала. Я вам все уже подряд вытаскивать и вытащу, ага, колбасу. А это что-то банки приготовила, что-то вы будете снимать сегодня? Ну, сегодня, да. Сегодня я хочу, как я сало закрываю. О, так это же самый рецепт нужный, день. Галя. Ну, все подумают, что это... Как все закрываю? Нет, это мы чуть-чуть не так. Ага. Это я. Ну, Галя всегда с изюминкой, всегда с изюминкой, да. Изюминкой, да. Ждите рецепта с изюминкой. Кстати, это самое нужное видео, Галя, будет. Я ж не ожидала, что вы придете. Хоть бы позвонили, чтобы вы ехали. Я тебе звонила. Нет, ты что, ты был налоговый? А то, что выехал, ты из капота. Юля, покажи руки свои. Надо было не трогать. Я же сказала, я сама открою. Что с руками-то? Надо же было подождать. Мама бы посыпала. Это я ей купила раскрашки. А их надо посыпать было. А Юля не удержалась уже. Давай бегом. Мыло возьму. Давай я тебе нажму, только не нажимай. Давай. Давай. Вот это надо. Ай-яй-яй-яй-яй. Теперь оттереть тяжело. А под низом выйти вот такое. Ты натворила делов. Ах, ты натворила делов. Да. Ой, тут
Так не трогай сейчас нос. Ну потрогай, будешь вся черная тогда. Ой. Точно у тебя так не отмываешься. Сама хочешь быть черной. Тебе мало, что ты разрисована, да еще. Ай-яй-яй. Ладно, мылом, давай еще. Ну что? А это, оказывается, вот она где запачкала. Вот даем. Юля не успела приехать. Да бабушке с дедушкой уже натворила дело. А Света как в том мультфильме «Мама обезьянка». Юля, я же тебе сказала, подожди. Ну она подождала, сделала уже себе. Да, молодец. Стыдно стало. Угу. Чем теперь ее отмывать? Да ничего, отмоешь. У нее зато и руки не обмылись. У кого? У Юля. Да. Кто их отмывает? Я их никогда не отмываю. Сама формула, хай сама и отмывала. Ну, завалили чай. Кушать пока не хотим. Короче, чай сейчас попьем. Ой, какой вкусный. Галя, заварка хорошая, кстати. Надо спросить, как называется. Такой крупнолистный. Где она купила, то есть. А на конкуренции, да? На конференции, не конкуренции. Так, вот это вот я вам сказала, это оленина Света. А это Олег собирает. Олегу это, да. На мероприятие, да. Вот мы вдруг не попадем, а то мы хотели сами взять. Так, тушенку вот всем каждый разбирайте по одну. Так, это вот, наверное, вот так будем. Давай раскладывать по кучкам. Это вот Тарасу. Это вот тебе, Света. Так, конфеты в сторону. Куры несутся у вас, да? Это вот, Света, Гале передашь, вот это жир. Тут и свиной, и куричий вместе. Я собрала Гале этот самый. Но я их никуда не использую, а она их везде использует. Но у меня, правда, достаточно. У меня еще есть, то поэтому я... Так, это Олежки. Куда Олежки? Сюда. Вот сюда, Олеж. Так, вот это вот с колбасой. А, вот с колбасой. Да, Олежки. Да, Олежки. Так, это Олежки. Оленина, смотрите, оленина. Да. Откуда олень у нас взялся, не знаю. Не знала, чем удивить. Хоть оленина. А ты уже не знаешь, чем вас удивлять. Да не говори. Так, это вот ваша. Вот сюда ставлю. Это мы купили. Купили у соседей. Ну да, сейчас. А это уже нанесли куры. Да. Часть наша, часть купили. Ну, вы же половину зарезали кур свои. Ну, да, ну вот тушенка вам. Ну, да. Так, это а ваша. Это он... О, вот смотрите, это ваша, какая это тушенка. Орешки. Приехали вот за продуктами. Тушенка. Недобровольно, это я вас прошу, чтобы приехали забрать. У меня уже в морозильник, никуда ничего ложить уже. Так, это вот Света попросила, это Свете. Это вот Тарас попросил. Не, у нас полно, если надо, и мы дадим вам. Так надо было, они вот без сала. А что, никто ничего не говорит? Так, это вот Свете и Тарасу. Колбаски. Да, колбаски. Это уже готовые, только за печи все. Нет, это сырые. Только за печи все, правильно? Только за печи все. Так, это вот вам большущие. Ой, зельце? Это сальтисон. А, сальтисон. С Олежкой поделитесь там. Ого, сальтисон. Это вот Тарасу, это Свете. Вот вам всем разделим. Дети голодные не останутся. Так, вот это вот так. Угу. А вот это вот варёное. Сальтисончик. Это вот печеные. А, печёная колбаска, да? Печёная колбаска. Сейчас и та, и это сейчас разделим. Так, а это кровянки тоже. Я даже не знаю. У тебя как в магазине, даже запечатано и с надписями. Ну да. Так, это сюда. Я даже не знаю. Света, кровянку будешь? Брать. Свет, это что ты еще берешь? Это вишни морозилы. Я вот это разделю, наверное, дам теткам, а это вам хватит, да? Да, нам хватит, точно. Так, эту Тарасу положу. Кровянка с печенью это. Поняла? Угу. Это просто кровянка. Все подписано. Ну да. Угу. Надо 4 большие сумки тогда. А еще вон, смотри, орехи я сейчас покажу. Тарасу орехи. Света возьмем, тоже часть. Света, будешь брать орехи? Чесночок. Света, что ты еще взяла? А вам надо чесночок? Орехи, вишни, мороженое, смородина.
Вот картошку ты еще взяла, да? А? Картошку взяла? Картошку, яблоки. Угу. Не, пару гречинок, пару морквинок. А. Не, картошку у нас... Ой, это... У нас все есть. Так, будете вот это сало брать? Мне кусочек хватит. Хватит. Ну, это им тоже хватит. Тогда это я положу пока в холодильник. Опять будет вас ждать до следующего этого. Приезда. Да. Вот это тетя Галя лежит, да? Да-да, это тетя Галя. Так. Не знаю, у тетя Галя есть сало, нет, то я бы тогда сало это тетя Галя. Да ладно. Да вроде есть, не давали ж. Так, выйдите, даете, да. А где Юля-то? Что ты тут делаешь? Играешься? Дэн только что лежал, разлегся и лежит, и не вставал. А-а-а. Ну, он на солнышке греется, потому что солнце же не так сейчас часто. Тут рано. Ага. Ну, весна пришла, знаешь, они все дерутся теперь. И коты, и кошки, и собаки. Вот именно гуся, вот пуля хромает, а вот у Дэна рана. Ну вот да. Именно. Ну потому что сейчас весна, все любовью ищут вторую половинку и дерутся Дэн, за Дэн, нее, Дэн, за вторую Дэн, половинку. Дэн. Дэн. Дэн, не трогай, зачем ты косточку трогаешь, не трогай. Пуля уже на аппорт идет. Не Дэн, а пуля, да? Не трогай косточку. Ах ты Денчик. Дерешься? Драчун, смотри. Драчун такой, а? Хвостиками. Чих, драчун. И пуля драчунка. Все одни драчуны. Ой, на улице тепло. Можно даже и не одеваться сегодня. Вот это сегодня теплынь. Видите, клубники даже уже и зацвели, и урожай уже дают клубники. Такой интересный салат Галя сделала из красной капусты, с кукурузой и сметаной. Не с майонезом, а со сметаной домашней. Огурчики соленые, домашняя колбаска. Ой. Черт существует. Дедуля говорит, правда черт существует? Ой, солнышко. Ничего не существует, это люди выдумали. Да. Тарелочки. Вася рассказывает, что это самое плохое существо. Черт. А где она взяла такое? Жаркое из домашнего мяса. Что? Не будем. Все. Давай. Все, давайте. Давай. Вася. Пока. Пока, бабуня. Ничего, все. Скоро уже. До встречи. До скорых встреч. Бабуля, подожди. Что? Бабуля, не подожди. Что, бабуля? Бабуля, не может подожди. Бабуля. О, она побачила. Она подавилась. Бабуля. Облака, ты так далека. На-на-на-на-на-на. Нет.